Доброе утро, дорогие садоводы! Ну вот наступила осень. Деревья сбросили листву. И со всей очевидностью стало, у тех, у кого на участках большие деревья, появилась опасность срыва крупными ветками деревьев электрических проводов. Поэтому одна из работ осенних должна быть направлена на спил веток, а иногда, к сожалению, и большей части дерева, для того, чтобы эти провода за зиму или на будущий год не были оборваны. Вот видите, как провода вплотную подошли к ветке. И если сейчас эту ветку не удалить, наверняка этот провод будет оборван. Вот так, по частям, ветку за веткой, даже с сохранением пеньков, это не страшно. Мы освобождаем основную ветвь, а скорее даже ствол, с тем, чтобы его удалить. Придется подняться на дерево, и уже освобожденный от лишнего веса, излишнего числа веток ствол, Анатолий Борисович спилит бензопилой. Если вы были наблюдательны, то вы обратили внимание, что сначала было спилено выше того места, где потом Анатолий Борисович произвел еще некоторые операции. Это было сделано, были оставлены пеньки. Это было сделано для того, чтобы ветка не оборвалась, не было бы скола, не было бы повреждено дерево. И только после того, как он оставил два пенька, он каждый из них подрезал, как говорят, на кольцо. С тем, чтобы все стало ровненько и никаких пеньков не осталось. Ну, а после того, как был окончательно спилена верхняя часть ствола, срез необходимо замазать. Лучше всего садовой замазкой. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующий раз. Всего вам хорошего.